Привет! Сегодня я хочу вам рассказать про жумар фирмы Кэмп, его особенности. Выглядит он вот таким образом, и у него есть вот такая кнопка для закрывания. Жумары фирмы Petzl закрываются просто вот таким вот движением. А у жумара Кэмп сделана вот именно вот такая кнопочка, что ты нажимаешь на нее, и она защелкивается. Помни, я лишь предлагаю узнать правду, больше ничего. Удобно это или нет, решать, конечно, вам. А мне лично не очень удобно, потому что тебе приходится привыкать открывать его сложно. То есть закрывается он легко, а вот открывать приходится немножко помучиться. То есть ты нажимаешь эту кнопку, уводишь ее назад, и здесь ты в определенный момент должен аккуратно ее отпустить. Потому что если ты ее не успеешь отпустить, она соскальзывает, и он закрывается снова. А в суровых условиях, когда ты где-то на вершине во льду, ты замерзаешь, это будет тебя прям бесить. И частенько тут приходится подстраивать именно второй палец, то есть вот этим указателем вдавливать, чтобы она не уходила назад. Пару слов по безопасности. Такая система, конечно, хороша в том плане, что жумар сам не раскроется. То есть, если ты его даже коряво ведешь, он не позволяет выпустить из себя веревку. Ну, кстати, у Petzl это то же самое, то есть безопасность на уровне, потому что ты в любом случае не откроешь, потому что здесь упором служит вот эта щеточка. Но открывать Petzl намного легче. Большим пальцем на себя и в сторону. И еще один большой недостаток, который мне не понравился, это большая рукоятка. Смотрите, я держусь, вот я лезу, да, тудым-сюдым, и когда мне нужно открыть жумар, где кнопка? Я вынужден перемещаться по жумару вот так вот сюда большим пальцем, чтобы достать. Я должен двигаться сильно по рукоятке. У Petzl намного меньше рукоять. И большим пальцем, то есть ты достаешь сразу до ручки и открываешь. Оп. Не поздно отказаться. Потом пути назад не будет. Примешь синюю таблетку и сказке конец. Ты проснешься в своей постели и поверишь, что это был сон. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубока ли кроличья нора. Так что смотрите сами, решайте сами. Мое дело делать обзоры. Пока-пока.